Всем привет! Комбик Ленни. Лайнбекер. Смотрите, что умеет делать. Вот так он играет сам по себе. Красиво, да? Живет своей жизнью. Ну, вот так это выглядит. Вот прям плата. Вот наш процессор. Сейчас будем разбираться, что ж там такое. Почему же такой треск стоит и шум? Это по питанию или это сам чип уже пошел? Ну что, похоже, приплыли. Вот с этим чипом у нас вопрос большой. Питание у меня нормальное. Сигнал вот такой. Менять чип смысла нет, проще менять целиком плату. По итогу оказалось дело в кварце, все-таки повезло. Осталось найти на такую частоту кварц. Сейчас попробуем разыскать, может быть, не в таком корпусе. Ну что ж, получилось где-то так, я еще ее не мыл. Поставил кварц, сейчас я включу. Это наши каналы. Ну, вроде все и заработало. Можно мыть и монтировать. Вот еще только разберусь я с тюнером. Ну что ж, спасибо, что посмотрели. Бывают и вот такие веселые варианты.